Между фарисеями был иудейский начальник по имени Никодим. Однажды ночью он пришел к Иисусу. «Рави, мы знаем, что ты учитель, посланный от Бога. Никто не мог бы творить чудеса, которые ты творишь, если бы с ним не был Бог». «Истинно говорю тебе, если кто не родится снова, не увидит Царствие Божие». «Как может снова родиться человек в возрасте? Он не может в утробу своей матери войти и вновь появиться на свет». «Истинно говорю тебе, никто не войдет в Царствие Божие, если не родится от воды и духа. Человек рождается плотью от плоти своих родителей, но духом он рождается от духа». Не удивляйся тому, что я сказал. Все должны родиться снова. Ветер дует, куда он хочет. Ты слышишь его шум, но ты не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Так бывает со всеми рожденными от Духа. Как это может быть? Ты великий учитель Израиля, и ты не знаешь этого. Истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. Но никто из вас не принимает нашего свидетельства. Вы не верите мне, когда я вам говорю о земном. Как же вы мне поверите, когда я о небесном стану говорить? Кроме Сына Человеческого, спустившегося с небес, никто на небо не восходил. Как Моисей вознес змею в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть вознесен, чтоб каждый, кто в него верит, обрел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо Бог послал Сына Своего в мир не как судью, но как Спасителя. Тот, кто верит в Сына, не будет судим. А те, кто не верит, уже осуждены, потому что не уверовали в единственного Сына Божия. Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди любят тьму, а не свет, потому что дела их злы. Те, кто творит зло, ненавидят свет и не идут к свету, потому что не хотят, чтобы обличились их злые дела. Добрый день. Удачи вам. А те, кто поступает по правде, идут к свету, дабы свет показал, дела их послушны Богу.